Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть. Чуть не сказал State of Decay, Last of Us. Третья серия. Мы встретились с предводительницей Цикад. Судя по всему, она хочет нанять нас для какого-то очень важного дела. У нее наши пушки, поэтому выбора у нас особого нет. От них, похоже, зависит наше будущее. И я офигею от местных панорам. Вы посмотрите, там два небоскреба просто. На себе. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Упс, пардон. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Вы знаете, это вообще все очень похоже по синопсису на Half-Life 2. Вот именно начало, когда ходишь по городу, плохое правительство, хотя не такое плохое, на мой взгляд. Джоэл, помоги мне. Секундочку, пожалуйста. Я смотрюсь маленько. Заброшенные дома, вот эти вот, по которым ходишь. Какие-то блокпосты кругом, зачистки, все очень именно круто. Ну и я уж не говорю про то, что там постоянно какая-то биологическая опасность. В данном случае зараженные. Эй, как ты? Выживу. У него пулевое ранение в район пуза, если кто не заметил. Поэтому все очень плохо. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Не хотелось бы трогать солдатов. Нужно добраться до двери. И, по сути, обычные. Не какие-нибудь комбайны. Приятная графика, да? Так, хорошо. Что ты предлагаешь? Дверь-то внизу. А, нам к ней нужно. Понятно. Прохода нет просто. Хорошо, придется обойти. Сегодня не ваш день, ребята. Валите нахрен. Этот мой. Ну вы так кругом не щелкай обойдите. Клювом. Плевать. Ты, может быть, уйдешь куда-нибудь? А, так она все равно не пройдет, поэтому придется. Да я смерть ничего не дам! Ну извини, чувак. Тут я с тобой не соглашусь. Поспи, маленько. Даже от тебя есть толк. Ой, да ладно, кто бы говорил. Так, осторожно. Делаешь, блин. Ну, уйди, не мешайся, ну. Ох.
Очень много, я бы сказал. Так, вижу одного. Второй на мосту. Третий тут. Вполне себе окейчно. Я больше никого не вижу, так что поэтому это будет нормально. Иди сюда. Все, сдаюсь. Это хорошо, что сдаешься. Спокойно, спокойно. Поспи, малюха. Что? Он грохнул кого-то? Ну, чувак, это ты зря. Моя смерть ничего не даст. Я тебя убивать-то и не буду. Успокойся. Так, а где второй? Я его не вижу. Сейчас подойду и начнется это. А, он внизу вообще. Иди сюда, сучонок. Если... Заткни пасть, людей стреляет. Кого они там грохнули-то? Обычных гражданских. Офигеть. Так, ну хорошо, вроде там никого больше нет. Нет, еще кто-то есть, да? А, ну это, конечно же, успел убежать вперед. Конечно, как обычно. Скорее найти. Потише никак. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Уже 6 вечера, что ли? Внимание! Начался комендантский час. Что выносим-то? Выглядит, в принципе, не так уж и заброшено, я не знаю. Ну, люди обитают, вроде как, да? Джоэл, помоги мне. Пойдем. Подвинься. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти! Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь, но сама не пойду.
Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подпишу. Я с ней Элли. Не пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Подарочек. Ну, понятно, это было очевидно. Она одна из главных героинь. Я сразу понимал, что мы сюда за этим идем. Ну и героя нашего можно понять, да? Няньки пристроили. Ну хорошо, пойдем, девчонка. Ого. Я слышала стрельбу. А вот и результаты. Что случилось? Их убили. Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Давай быстрее уходить, на самом деле. Ты это же профи. Я просто иду за тобой. Спокойно. Давай, давай, давай. Прячься. Так, а мы сходим сюда. Нет, здесь опечатано. Ладно. Внимание! Помощь преступникам карается смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Я же говорю, очень похоже на Half-Life. Это женский диспетчер. Сюда. Half-Life 2, напомню, одна из моих любимых игр, поэтому мне это все, во-первых, вызывает чувство дежавю, во-вторых, дичайше доставляет. О, мне этот кашель прикатится, нет, когда-нибудь? Помощь преступникам карается смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Пыль строительный на ремонте надышался уже за все эти дни. Теперь кашляю постоянно, да. Несмотря на все эти респираторы. Ремонт, дело такое. Внимание. Так, на улице спокойно, особо никаких поисков нет. Хотя слышали, что там народ бегает. Куда мы идем? Сюда, так мы попадем в северный туннель. Нам туда добраться. Погоди минуту. Снизу проходишь, что ли? А, вот так. Куда-то к балкону, что ли? А, вот сюда. Нормалек. Тебе помочь? Ну-ка. Да я думаю, справится. Товар
вы по туннелю таскаете? Да. Любопытная Варвара. Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Дружите? Глава ЦК подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Аккуратно, не шуми. Так, блокпосты мы, похоже, проникаем за периметр, да? Вот там полоса отчуждения настоящая. Пришли. Нет, мы тут сейчас захуваемся. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Пфф, такой. Я надеюсь, она не убежала. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Че, в дождь пойдем? Переждали бы чуть-чуть. Все же простудитесь, к чертовой матери все. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Капли такие крупные. Размером с кулак. Идем. Так, а что тут еще есть? Прокрутка текста. С помощью L. 8.01. 8 бутылок таблеток. Билл их не сортирует, а мне разбирать всю ночь. 12 банок ветчины, 8 банок фасоли. 4 коробки бинтов, 1 ящик канадского виски. 10 коробок патронов 20-го калибра. 1.04. 1 бутылка таблеток. 3 банки сардин. Как бы голодная ни была, это ей есть не стану. 10 банок супа. 7 коробок вяленого мяса. 6 коробок ваты. 1 бутылка морфия. И где он ее раздобыл? Молодчина, Билл. 9 коробок 9-миллиметровых патронов. 13.06. 3 пакета удобрений. 1 бутылка приличного виски. Это нам с Джоэлом. 5 банок фруктов. 3 пакета сухофруктов. 2 рабочих фонарика. 4 фильтра для противогазов. 1 кевларовый жилет. Можно выгодно продать.
2.08. 8 бутылок таблеток. Джоэл, не забудь передать их Доновану из Вест-Энда. 2 коробки 9-миллиметровых патронов. 12 батареек типа D. Знаю, что ты подумал, поставка полное дерьмо, но в следующий раз Билл обещал исправиться. Записи Тесс. Так, ну что, топим? Поехали. Понял. Готово. Пошел процесс. Отлично. Хоть зонтик бы взяли. Я все беспокоюсь за их здоровье. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Так, подожди. Карта маршрутов патрулирования. Карта маршрутов патрулирования внешнего периметра зоны. Круто. Смотри, что наверху. Стойте, впереди патруль. Дом уходит уже. Ну все, ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожнее. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Элли крутая. Такой типичный подростковый сленг. Хорошо я ее сделаю. Вот сюда. Так, это здесь патруль проходил? Надо поосторожнее. Ну да. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Да, пара минут. А. Простите! Что делаешь вообще? Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. А ты что думал-то? Тогда бы они нас убили. Вот дерьмо. Смотри. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять?
Я тебе не верю. Офигеть. Yes. Беги. Хаммер едет. Беги! Вставай, бежим! Давай, бежим! Давай, топим, топим. У нее иммунитет. Быстрее. Быстро. Собери, Селия. Бежим по моему сигналу. И... бегом! Не туда пошли. Ладно. Хорошо, я буду следовать за вами. Вы лучше меня, похоже, понимаете, что мы делаем. Элли, еще одна пробежка. Готова? Готова. Черт подери, сколько солдат. Давай, 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 давай. Солдаты, вон там. Да вижу, вижу. А тоже прорвали. Проверить траншеи. Не лезьте. Давайте никак. Они точно побежали сюда. Да стой ты. Пригнись, а то заметят. Ну, Элли, за Джоэлом. Что видишь? Пока ничего. Давай аккуратнее. Вроде ушли. Нормально, прорвались. Фу, было напряженно. Ну, еще ничего не закончилось. Ну, поняли. Да, впереди еще. Аккуратно, блин. Он сюда идет, да? Момент упущен. Теперь придется подождать. Нам, похоже, вот туда. Здесь есть проход. Ой, блин, сейчас все услышат. Хотя дождь идет, я думаю, может, это нам поможет. Давай, Эли. Ну. Черт, опять патруль. Пригнитесь. Ну, вот это вот реально плохо. Их тут много. Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Жесть, да. Блин, они совсем рядом. Попробуй отвлечь. Ладно.
Эй, ты слышал? Да, я слышал. Будь на чеку. Еще фонари. Еще. Тихо. Тихо, 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 тихо. Сюда, скорей. Нормально. Там внутри есть что? Походу. Мы их точно ждать не будем. Тихо, не высовывайся. Мы чуть не попались. Надеюсь, все не зря. Да, это было опасно. Тесс, есть идеи, куда нам? Не знаю, город. Ну, тогда пошли, куда глаза глядят. Как бы. У нас есть выбор. Вроде похоже. Не отставай. Эти дожди скрылись. Ну как? Вроде можно пролезть. Так, ничего нет тут. Пойдем. Стоп, стоп! Опять солдаты. Нас пока не видят. Не лезем на свет. Ох, сейчас на зараженных бы не нарваться. Это был бы полный пипец. Нас и те услышат. И от этих хрен отобьемся. Тесс, нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Господи. Господи. Ну, короче, решили забить. Вроде как это хорошо, наверное. Вполне возможно. Все, свалили. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл, доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Женщины. Ну, и это место я узнаю. Да. Это пойдем тот самый уровень центр, из демо-версии. Будем у Капитолия. Так что давайте на этом прекращать, наверное, а в следующей серии пойдем пробежимся. Там, насколько я помню, все будет очень плохо. Если кто не видел прохождение демо-версии, поверьте мне на слово, будет ужасно. Что я хочу сказать, сейчас, похоже, закончилась геймплейная часть, посвященная стычкам с людям, и по большей части мы в ближайшее время будем встречаться с зараженными. Это круто, но это очень страшно.
Игрушка вообще, на мой взгляд, очень страшная. Не как хоррор, а просто смысловая ее нагрузка. Именно вот постапокалипсис здесь показан именно как что-то очень и очень плохое. Очень страшно действительно находиться в этом мире. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.